Всем салют, дорогие друзья! На перед началом просмотра я тебе порекомендую свой личный промокод. Я тебе буду очень благодарен и признателен, если ты будешь вводить именно его. Плюс 40% пополнения ты получаешь. Например, пополняешь на 1000 рублей, получаешь 1400 плюс 400 рублей на халяву. Пополняешь на 3000, 4200 плюс 1200 на халяву. Пополняешь на 5 плюс 2000 на халяву. Используем мой промокод, чтобы я дальше мотивировался данному проекту и записывал для тебя прикольные интересные видео. А у нас ждет Хэллоуин. Безумный Хэллоуин, который проходит у нас прямо сейчас. Погнали смотреть. Всем здарова, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами MyCSGO. У нас новое мероприятие на сайте. Безумный Хэллоуин называется. Там вы копите конфетки и можете открыть бесплатно данные кейсы, которые представлены в количестве 7 штук. Поэтому все ссылки закрываем в комментарии. Погнали смотреть, что же там за кейсы и что же там за безумный Хэллоуин. Let's go. Так, на главной странице сайта нас встречает красивая такая вот надпись «Безумный Хэллоуин». Я считаю то, что красиво выглядит, прикольно. И вот такие вот кейсы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не обманул я вас, 7 штук. Которые за Twitch, Sweet, Zombie, Madness, Dead, Host и Пупкин. Пупкин самый, кстати, дорогой, 1000 рублей. Сейчас на них, кстати, скидочка пока что. На праздниках скидки такой не будет. Итак, давайте нажмем перейти события. Посмотрим, что здесь у нас. Сладость или гадость. Представляем события, посвященные Хэллоуину. Открываем нужные кейсы, получая праздничные предметы, собирая из них коллекцию и забирая крупные награды. Открывая тематические кейсы этого события, можно получить конфеты, которые с радостью примет ведьма в обмен на товары в лавке. То есть открываем, получаем конфетки, и у ведьмы в лавке мы с вами поменяем их на прикольные скинчанские. Давайте посмотрим, как это выглядит. Нажимаем лавка. Вот такие вот у нас. У меня всего сейчас 4 конфеты. Я уже с вами открывал за 100 конфет, видите, приобретенный кейс уже открывал. И можете просто пооткрывать, повыбивать и куча всего прикольного. Вот такие вот кейсы систематически вы можете открывать. Они также предоставлены у нас на самом верху главной страницы сайта. Вот здесь вот. Так, давайте посмотрим, что за 9 рублей у нас есть. 9 рублей всего лишь кейс стоит. Так, пушка за 500 рублей, за 300, за 200, за 200, за 200. За 170, 160, 168. И 60, 50 рублей, 40 рублей. Окей, мы с вами поняли. Так, давай погнали за 29 рублей. Что же у нас тут с вами есть? Калаш, неоновая революция за 1300 рублей. Рояльный паладинчик 1200-1300. Ага, авик за 700 рублей. ССГшечка за 800. Ну, нормально, да? Прикольные скинчанские. За 59 рублей. Калаш императрица. Аик неануар. Код красный есть, дигл. Музей элиты есть. Неануарчик МК есть. Не, вот это тут уже поинтереснее. И всего лишь 59 рублей стоит. За 99 рублей, ну, конечно же, перчаточки, обмотки рук, жираф и Наваха Патина, и Вилфайра Авик есть, и Кровь Одесс из ГЭЖечка, Юспик есть, и Гуарчик есть, который стоит дорого, Аквамариновая месть, Ахроматическая Арабеска, Красной Зверь. Короче, хороший дропик. Тоже двое пар перчаток, двое пар ножей. Прикольные калаши и эмки. Все дорого здесь тоже стоит у нас. Хост. Три пары перчаток, три пары ножей. Вот этот кейс прикольный. Даже сейчас уже хочу крутануть. Так, за 1000 рублей. Ну тут уже прям пуф, пуф, пуф. Если что-то такое крутое выбить. Кстати, в предыдущем видео я открывал данный кейс в порядка в 5 раз. Я окупился в 2 или в 3 раза больше с этого кейса. Вы можете предыдущий ролик посмотреть, что я туда выбил. Маленький спойлер. Красные скины. Красивые, красивые, красивые. Так, давай, крутанем. 5 кейсов, какие я хотел. На балансе у нас 10 тысяч. Представим, вы закинули десяточку, да? Еще, кстати, бонус залутаете. По моему промику. Плюс 4 тысячи рублей. И потому что дает 40%. И что можно было бы выбить за десятку здесь? Так, 4,5 падает. 4,5 упало. Открытие стоит 2,5. Плюс 2000 рублей. Вот так вот у нас дает хост кейс, который я так хотел его открыть. Окей. Также Smurf Cat. Новый кейс, который выглядит именно вот так вот.
379 рублей выиграет. Выиграет. Стоит. А, три пары перчаток. Трое пары ножей. Ну и пошли, конечно же, красные скины, которые стоят очень и очень хорошо. Давай попробуем. Попробуем отсюда что-то выбить. Годное, интересное. СГ Фантомчик нам падает. А нет, да водяного у нас, да. И еще котел у нас. Новый, обычный предмет из коллекции Ведьма. Окей, и он, кстати, окупает их очень хорошо. Птичьи игры. 241 рубль. Пистолет П2000. О, мантия редко упала мне. Ледяной уголь, отлично, 765 рублей. Эти мантии видели, редко мне упала? Это кайф. Так, погоди, дай посмотрю. Хороший кейс, кстати, который открывали новый. Могу советовать. Так, перейдем к событиям. Так, зелье у меня все собрано. Собери эту коллекцию, собери награду. Стой, используй награду. Окей, 150 рублей, окей. Так, кукла Вуду надо собрать. Вот, мантия редкие. Плюс 200 конфет. Мощный бесплатный кейс. Прикольно, мощный бесплатный кейс. Мантия. Коктейл, 30 штук надо собрать их. Ну вот так вот открываем, играем. И потом собирается что-то и открываем кейс какой-то. Я думаю, это кайфово. Что-то я зеваю. Так, давай попробуем CSGO.com. Откроем. Погнали. Phone Disarray. О, 992 рубля. И давай еще разочек быстро уйдем. Прощальный оскал. 341. Продадим и откроем еще. Тоже продаем, откроем еще. Не окуп. Не будет окуп. Нужен в плюс идти. 517, но это не окуп. Тоже не окуп. Ланец, тоже не окуп. 260 рублей. А, 430. А, 134 рубля. 124, почти угадал. Малахит, маг 10. Эй, чё он сливает? Ты чё этот кейс, блядь? О, не ну, Арчик, вот так вот. Вот так вот, почему ты не мог дальше, раньше сделать? Продадим тебя, чтобы было дальше подкрывать. Почему он не мог это раньше вот так вот сделать? Открыть. Объясните мне, пожалуйста. Так, награда нам упала. Рип. Обычный аксессуар. Полная луна. О, кукла Вуду еще одна упала. Слышите, а вот так по 10 открытий вообще имба. Смотрите, сколько наград. Мы с вами выбили калашик. Хороший Азимов калашик. Я считаю, это хорошо. Смотрите, как мы 10 раз открываем. Сейчас какие-то награды, да, могут упасть. О, 3 награды, бах. То есть 123 рубля всего лишь открытие стоит. Это, блин, тут вообще можем фармить награды вот эти. Опять 3 упало. Клавуду редко упало, бах. Тут одна упала. Оп. Капец. Смотрите, как падает. Даже не то, что здесь что-то не выпадает. Просто фармится коллекция, потом вы можете бесплатный кейс вот эти пооткрывать. Посмотрите, сейчас все пропало. Открывает, сколько сейчас упадет. Оп, плюс 2 коллекции. И вот давай сейчас зайдем, вот мы в события зайдем. Вот, вы просто посмотрите на это. Вы видели, мы уже весь ряд собрали. Забрать награду. Откройте любой кейс до 50 рублей. Хорошо. Давай откроем любой кейс до 50 рублей. А мы можем открыть... А, нужно именно один кейс, да? До полтоса. Давай откроем. Full Moon. Оп. Решили. 12 рублей. Ну, все равно бабки. То есть реально так можно фармить очень жестко получается. Погоди, стой. А, перейти к событию. Кексы коллекции. А, это откуда будет выпадать, я понял. А чтобы вот эту собрать, нужно вот эти кейсы, да, открывать. А, то есть вот эти тоже считаются?
Так, какие тут у нас? А чё сейчас ничего не падает? Погоди. Я просто хотел проверить, и мне падает М-ка, механопушка. Я просто хотел проверить вот эти... Спасибо. Погоди, а чё сейчас у меня коллекционно ничего не падает? Эй, конфетки. Где конфетки? Они реже, да, наверное, будут падать, потому что там надо больше конфет собрать и дороже стоит. Верно я понимаю? Ну, походу, да. Потому что у меня опять М-ка упала, ребят. Я просто хотел вам показать конфеты эти пособирать. Мне падают М-ки. Ну, спасибо огромное за 2,5 куска просто с кейса за 120 рублей. Офигеть. Ну да, смотрите, коллекция кейса, видите... Ладно, давайте еще один сейчас кейс. Сколько у нас вообще уже баллика есть? 17 тысяч плюс 7 тысяч рублей. Так, давайте коллекционный кейс попробуем открыть. Сейчас дорогой какой-нибудь. 1500 рублей на баллике у меня. Давай Твиттера и Илон Маска с вами откроем. И будем закругляться по этому поводу. Может ли что-то отсюда упасть? Татуировка дракона не докатилась. Он мог бы очень хорошо стоить. Так, 644 рубля. Давай вот этот кейс откроем. Минуарчик. 1500 рублей. Отлично. Это с хаста, кстати, за полторашечку. Это плюс 1000 рублей. Так, за 100 рублей открываем. Так, брат падает нам. За 76 рублей. Что можно открыть? За 59 откроем вот этот. Ну и киберпасс. Вот плюс 2 конфетки еще с вами залутали. Так. Какое у нас открытие с вами получилось? Вы видели у себя на экранах. 18898 плюс 8800. Короче, 8900 мы с вами ушли. Я считаю, это великолепное открытие, которое просто, ну, показало то, что можно и конфеты понакопить, и бонусные баллы накопить, и прикольные скины повыбивать, которые вы видели на экране. С вами, как всегда, был Дэнерс. Подписывайся на канал, ставь лайкосы, комментируй новые видосы. Все ссылки закреплены в комментарии. Используем промокод Дэнерс. А я пойду дальше открывать и записывать для тебя видосики. Приятного просмотра, новых видео, смотри мои предыдущие видео. Пока-пока.